А сейчас Жу сделает важное объявление. Важное объявление. Ждем поезда. И едем в Одессу. Жу хочет сделать важное объявление. Пока Жу делает селфи в зеркало, я сниму коротенькое видео о том, как мы едем. Как у тебя не получилось сделать селфи в зеркало. В общем, коротенькое видео не получилось. Получится длинненькое видео о том, как мы едем в СВ-купе. Едем мы тут не потому, что мы офигеть какие мажоры, а потому, что у нас не было выбора. Но, честно говоря, это интересно. Мы в Одессе! Мы на морьке, и это счастье прям. Мы в обзоре. Обзор — это болгарский город. Помахай ручкой. Молодец. Краткий обзор про обзор. Здесь хорошо. Да. Хочу записать небольшое видео воспоминание о том, как мы сидим тут на терраске в какой-то кафешечке, едим очень-очень вкусную кефалечку и пьем пиво Каменица. И все так хорошо, да, Жунь?
дворец Беля. Очень клевая, красивая штука, построенная Карлом Первым, первым королем Румынии. Это замок Бран, тот, который в народе все называют замок Дракулы. Мы в Одессе тусим, Жуня радостно, да, Жуня? Жуня любит Одессу. Я хочу домой, пожалуйста. Из Одессы мы добрались до Днепра. Мы уже в 100 с чем-то километрах от дома. Нас ждет ванна, душ, пиво, еда. В общем, клево. А пока мы в Днепре.